Состязания закончены. Бионорд победил песчано-солевую смесь. Чиновники мэрии пришли к выводу, что она проигрывает реагенту. Напомню, после массовых требований жителей города перестать обрабатывать улицы реагентом, городские власти устроили эксперимент. 4 участка дорог на проспекте Свободной, улицах Керенского, Игарской и Белинского стали подсыпать по старинке песком и солью. Понаблюдали месяц и пришли к выводу, что там, где применяли классическую технологию, проезжую часть приходилось постоянно убирать, чтобы не засорить ливневки. Но главное, например, на Керенского увеличилось количество ДТП, причиной которых стали низкие сцепные качества дорожного полотна. Теперь Бионордом будут обрабатывать и экспериментальные участки.